послушай еще один комментарий. А я думала, это парень. Да ладно вам, она не виновата, что у нее такой голос. И тем более, каждый человек особенный и красив по-своему. А над чем вы так смеетесь? Да, не просто... Над комментариями о твоем голосе. А что там такого пишут? Пишут, что у тебя голос как у мальчика. Ну там, наверное, один такой умный нашелся. Не-а, каждый второй коммент про твой голос. Чего? Неужели настолько все плохо с моим голосом? И так вот почему у меня до сих пор нет парня. Ну, знаешь, парни бывают разные, смекаешь? Жирух, это уже лишнее. Ладно, короче, голос у тебя и вправду дерьмовый. Неужели прям настолько? Да нет, Джуди, не слушай. Да, Джуди, все очень плохо. Да ну вас. Вот хорошо видите, да? Хорошо. И вправду дерьмовый, как же я раньше этого не замечала. И что же теперь делать? Ну конечно же, я просто сритуалю новый голос. Ну какая же я все-таки умная. Зачем ты так с ней? Да ладно, ничего обидного я не сказала. Все по факту. Да-да, все по факту. Мика, а ты-то куда лезешь? Ладно, жируха, но ты... А, в плане ладно, жируха. Я на самом деле хорошенькая девочка. Просто иногда скажу правду. Но я не со зла. Ой, сейчас подождите. Алло. Подруга, привет. Представляешь, что было? Он посмотрел на меня. Да-да, значит, вчера на тебя смотрел Петя, позавчера Вася, а сегодня вдруг на тебя Джейка посмотрел. Смирись ты уже, они смотрят на твой прыщ с размером Юпитер. Ты правда так считаешь? Ну да. Ох, как же я люблю открывать глаза людям на правду. Да ты жесткая. Ну а чё, что правда, то правда. Ну привет. Джуди... Что с твоим голосом? Да, почему он у тебя стал как у шлюхи? Как у девушки с высокооплачиваемой нелегальной работой. Я решила просто немного подправить свой голос. Вышло стокебательно. Да, необычный для тебя голос. Да что тут необычно? Трасса 69, заезжай туда, там таких полно. А тебе-то откуда это знать? Да, я это... Слышала! Да, я слышала об этом! Да-да. Да, ну у вас, лучше пойду запишу новое видео. Зрители должны услышать новую Джуди. Смотри, не заверни на трассу с таким голосом! То над всем вы голосом ржали, сейчас над этим вам не угодить. Мне можно угодить только через еду. Ну, это неудивительно. Так, вроде как поставила... Ну все, начинаю. Всем привет! Да, это я, Джуди. Как вы могли заметить, у меня новый голос. Почему я его поменяла? Потому что многие из вас писали о том, что я мальчик. И вы делали этот вывод только из-за моего голоса. Поэтому я решила себе сритуалить новый женственный голос. Надеюсь, вам он понравился. Если это так, то поддержите меня пальцем вверх. И напишите в комментариях. А с вами была Джуди, пока! Ну что ж, осталось только выложить и ждать приятные комментарии. Почему они пишут, что у меня голос как у шлюхи? Просто они не привыкли. А я говорила! И почему каждый второй комментарий о том, что старый голос был намного лучше? Так вообще возможно? Ну конечно! Жируха, покажите комментарии, в которых говорилось, что у Джуди голос как у мальчика. Да без проблем! Вот, два комментария! Но ты же говорила, что каждый второй пишет. Ну да, чё, слепой? Вот раз комментарий, вот два, всё. Тупая. Джуди, твои изменения были напрасны. Жируха нас всех дезинформировала. Вот же ты тварь. От твари слышу. Ну что ж, Джуди, выпьем за твой естественный красивый голос. Да, выпьем. Ура! За ваше здоровье. А пожрать есть что? Что с моим голосом? Ах ты тварь!
Всем хаян, с вами Ян. Вот, ребята, что может быть, когда человек говорит то, что не есть на самом деле. Да. Ну что ж, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Хочу сразу же сказать, извиняюсь, что так выпускаю видео не вовремя. Меня самого это немного бесит, но я постараюсь справиться. Все, не гони, я понял тебя, все. Ну а если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии, я все читаю и иногда отвечаю. Ну а с вами был, как обычно, я, Рейзен, увидимся в следующем видео. Пока! Так, ну, ребят, давайте, знаете, что я придумал? Напишите мне в комментариях котик, если вы досмотрели это видео до конца. И я посмотрю, сколько из вас человек смотрит видео до конца. Поэтому, если ты смотришь это, напиши в комментариях котик. И я узнаю, что ты смотришь. Все, давай, пока!